Так. Ну что же, Far Cry 3. Все как всегда. Мы на острове Хойта. На лысом острове Хойта. И у нас тут дополнительное задание, за которое нам дают 400 опыта. Здорово, чё. Вот, ну, для начала. Вот, посмотрите, зелененький островочек мы уже себе отхавали. Нам необходимо сейчас двигаться вот в этом направлении. Я даже бы вот сюда отправился. Быстро, через быстрое перемещение. Так. Ну-ка. О! $50 нам дают. И вроде бы все. Здесь написано, что благодаря анонимному интернет-информатору у нас есть список синтетических компонентов, необходимых для изготовления спайса, наркотика, похожего на марихуану, но с побочными эффектами, например, галлюцинациями. Блин, ну тут кроме наркоты что-то интересное есть, например, как приготовить вкусный завтрак из растений местной флоры. Флоры и фауны. Да. Да, тут, кстати, сейчас еще кое-что почитаем, посмотрим, что тут у нас за задание про животных, что-то пишут. Ну, тут написано, что, значит, $350 нам дают. Так, а кого там надо убить? Три леопарда. Нет, нам нужно... Сейчас, напомню. Бумажник. Если бумажник... бумажник нам не нужен, кстати, а что там? На всякий случай. Ага, однороговая буйвола, единорог, что ли? Рюкзак тоже не нужен, ну, стрелы, может. Так, акула-людоед. И 10 спецстрел, а так тоже 10 спецстрел. Ну, это нам не надо тоже. Гранатные вот сумки можно, кровавый комод. Что еще? Для мин, для горючего. А тут, кстати, что? Мишка. Будем знать теперь. Так, а здесь рюкзак. Патронаж, кстати. В этот очень большой патрон поместится огромное количество патронов для огнестрельного оружия. Слушайте, круто. Золотой тигр. Ну, будем теперь вот так вот подъезжать и смотреть каждому заданию. Это мне по-любому нужен золотой тигр. Я хочу иметь огромное количество патронов. Кстати, сколько у нас там навык? Ноль. Ну, хорошо. Так, здесь в озеро не упасть. А, мы уже приехали, подождите. Или... А, нет, стоп, это... Это внизу там, что ли? Нет, это, скорее всего, там где-то, за горой. Поэтому погнали, как проехать-то... Сейчас посмотрим. Да, это за горой. Ну, поэтому сейчас вот тут проедем. Отлично. Блин, я нигде не пойму, но непонятно. Нет, тут горы, мы не проедем. А как тогда? Непонятно что-то. Да, фиговая тут гористая местность. Может быть, на вот этом попробуем? Да, слушай, мне кажется, это хорошая идея. Блях, только до него добраться надо еще. О, отлично, чё, супер. Все, и... Блин, он в другой стороне. Ну ладно. Может быть, нам удастся как-то обогнуть. Ну, давайте попробуем, не хочу уже. Просто попробуем. Ну, мне кажется, ну, это хорошая идея. Да, мы... Ой, тут дельтаплан, кстати, можно на него сейчас сесть. Да, нафига это надо. Тем более, мне кажется, мы рискуем. С парашюта прыгать это очень опасно, мне кажется. С парашютом. Давайте попробуем, кстати. Так. Там вода есть? Сразу спрошу. Давайте попробуем с парашюта. Если сдохнем, то сдохнем. Вообще пофиг. О, костюм никто не должен видеть меня, пока я не сменю форму. Блин, ты поздно сказал, ёпарсете.
никто не должен увидеть. Я не знал, блин. Тупо завалили задание. Ну ладно, бывает. Как у меня это часто. У меня бывает, что. Я уж привык. Так, ну что, где мы сейчас? О, 69 метров. Круто. Контрольная точка была. Кстати, а мы можем готовить вот новый этот? Нет, знаете, мне кажется, почему? Сейчас скажу. Мне кажется, потому что у нас... поднимут тревогу. Мне кажется, вот почему. Сейчас попробуем. Если, если получится. Если нет, так не обидно, подумаешь. Вот. Нет, все равно не... А, фу, блин, голубого листа нет. Ладно. Так, нельзя Т-брусиками, чтобы отвлечь. Даже убивать нельзя, обалдеть. Слушайте, а как это нельзя убивать-то? Почему? А если, например, на... незаметно кого-нибудь, прям дико незаметно. Тут вообще кто-нибудь есть? Вроде дофига. Ага, вот там вроде кто-то сидит. Слушайте, тут контейнер, да хрена, что-то алмазная шахта, что ли? Или что там по заданию у нас? Здесь провал по спектру. По сути, тут половина всего должно быть заскриптовано. То есть. Это все под нами, сундуки все эти, понял, понял. Так, она вниз, походу. Я бы его убил, ну ладно. Не было бы дождя. Что это было? Опыт он так у меня начал замечать. Нельзя прыгать в воронку. Большой риск. Это большой риск. Я стою дороже, чем мне платят. Так. Ты думаешь, что я вру, но это правда. За этой штукой спрячемся. Так, надо вести себя очень тихо. Так, отлично. Тот меня волнует. Мне кажется, он меня... Не, он не должен заметить. Нельзя убивать, а то поднимут тревогу. Знаю, знаю, знаю. Ты мне намекаешь на то, что того нельзя убивать. Ты хочешь сказать, что мне как-то его надо обойти? Не знаю, куда он идет. Черт, почему я сплю в этой дыре? Надеюсь. Это, кстати, рубака, но почему-то он с автоматом. Что вы думаете, он заметит? Видел, что он получает больше. Если, я, если что, спрячусь за этим ящиком, он заметит меня? Листве нахрен. Даже у меня оружие отняли. Слушайте, я чуть не понял, про какую листву он сказал. У нас там навык по бесшумности как. А, да наш нет. В той листве, что ли? Чего я позарился на эти гроши? Идиот. Так, да, идиот ты. Твою, какой хрен ты творишь? Далеко идти 30 метров. Это наверняка только контрольная точка. Так, сейчас этот отойдет. А можно и отвлечь? Да не, сейчас этот еще прибежит. Лучше подождем. А то мало ли камень кинут туда, а это тут, а тут значит спускаться. Да по сути тот... Я уж сундуки пропускаю, боюсь услышать, как я открываю. Мне кажется, это опасненько достаточно. Но если ничего не уйдет, по-любому камень надо кидать. Че же еще-то? Или обойти его как-нибудь. А, слушайте, а может правда обойти нужно? Не, он должен сменить позицию. Это... Ну. Ну давайте лучше подождем чуть-чуть. Бум. Блин, реально, вдруг. У меня такое ощущение, сейчас он уйдет. Не, походу он не собирается даже идти. Блин, куда камень-то кинуть? Я боюсь, он меня услышит. Зарядом проходить. Что же делать-то? Слушайте, может реально камушек кинуть?
бляха, не туда кинул. Бляха, ну кто-то тоже насторожился. Еще туда уйдите. Ну можно и так. Далее, что у нас здесь? Почему нельзя убивать-то? По одному можно. Ну, если, может быть, хотя бы чтобы убили, а если заметят, то все хана, да. Чего я позарил? Но это уже мои проблемы. Дама, $38. Ну как туда пройти, блин, с фейскопом-то? Обалдеть. Контрольная точка. Отлежиться бы не помешало. Пещера. А как с этим-то быть? Слушайте, а убивать-то можно? Нет? А как я мимо этого? Как это вот как не убить? Значит, смешно вообще. Еще 3 недельки и домой. Ну, контрольная точка была, если что, вообще насрать. Он должен... Я, слушайте, но мимо него никак не пройти. Он же меня увидит. Да неужели убивать-то нельзя? Немного бредово. Почему этого-то убить нельзя? Может, в этой листве спрятаться? Что, мне кажется, это наш шанс. Давайте попробуем. Иди сюда. А? Он не должен нас заметить в листве, по сути. По сути. Очень приятно. Да не-не, иди сюда. Ублюдок! Мышки, мышки. Назови себя. Сейчас я тебя камнем прибью, блин. Самое главное. Куда он пошел? А, это заскриптованный, типа, все ясно. Короче, надо за ним идти. Или нет? А мы... Не, вниз мы не будем прыгать. Ёкарный карась. Ладно, дело плевое, верно? Ну, куда идти-то? Только что был наш шанс, который я успешно просрал. Понятно. Потому что он там и будет стоять. Левое дело. Но он не должен в листве заметить. Так, а мимо этого что? Так, а у меня есть идея. Сейчас мы сделаем таким вот образом. Если узнаешь, что она мне изменяет. Кто тебе, местные туземки изменяют? Что это? Мне кажется, вот это нас запалит. Освежиться бы. Это такой. Кто такой? Да иди. Наверное, почудилось. Я стою дороже, чем здесь платят. Стой, кто идет? По сути, должно сработать. Отлично. Фу, я же не комментирую даже что-то. Прям напряженка жесткая. Все, могу я кого-нибудь прикончить уже? Да, чтобы я делал без камешка. И откуда у меня такой богатый на запас камней? Так, дойдите к входу в порт. Зашибись, чё. Кстати, листва. Я должен попасть внутрь. Найдите другой способ попасть. То есть не здесь, да? Или здесь? А вот хрен знает. Ну пошли назад, посмотрим, может там что-нибудь есть интересное. Не, ну смотрите, здесь вроде никак не попасть. Я не думаю, что нам дадут спрыгнуть. Не-не-не, вряд ли. Хрен знает, давайте здесь как-нибудь пройдем. Вот здесь. Потому что другого варианта я не вижу. Песок с водой, песок с водой. Знаешь, что такое песок с водой? Это грязь. Так. Отлично.
нас есть шанс. Поверить не могу, что ему платят больше. Так, и все, больше ничего нет. Так, 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 я не всех отметил, совсем забыл. Так, вот там. Хорошо. И что ты думаешь об этом? Смотри в оба, новичок, и увидишь, как я завалю Джейсона на броде. Это мой остров, мой дом. Его он хоть услышит, тебе башку оторвет. Я не хочу открывать ящики, я боюсь, что меня могут услышать. О, свежать забыл. Лучше перестраховаться. Ну нафига нам эти. Ух ты, ёпта, вот еще один. Давайте отметим его. Лях ты, муха, чуть не заметил. Может, слушайте, а едет сплошаться, если я камень вот туда кину? Знаешь, что я хочу? Может, нормальную постель. Он должен отойти, нет? Блин, опасно то, что если я сейчас кину камень, могут обернуться все эти. Это будет жопа настоящая. Но с другой это стороны, приятно. Зато будем знать об этом. Что делаем? Давайте думать. Итак, наверное, стоит кинуть камешек вот туда. Но если эти заметят, ну насрать, ладно, контрольная точка вроде была. Потому что этот нас палит. Эй! Нужно попросить прибавку. Ну вот. Не так трудно. А что, прыгать в воду, что ли, надо? А прыгать, что ли, надо? Блин, слушайте. А как по-другому-то, реально, походу? А если б я на это место раньше приехал, что было бы, ну, до этой миссии? Так, без шума, без палева. Водой лучше плыть. Так. Ну чё, тут никого нет. Потом назад нам скажут идти, всех перемочим. Ходи. Песок с водой, песок с водой. Знаешь, что такое песок с водой? Это грязь. Так. Ясно, короче, мы забрали его форму, теперь мы как солдаты. Блин, где наши татуировки, блин? Ладно, вообще прикольная форма такая. А пушек чё, у нас нет? Сэм, я готов. По документам парня звали Фостер. Как дальше действовать? Будь Фостером. Не забывай быть доверчивым. Ты должен сам поверить в свою ложь. Так, почитаем. Теперь вы носите форму наемника. Наемники не станут нападать на вас, если их не провоцируют. Круто, теперь мы аванпосты будем захватывать. Нет, ну нафига нам эту пушку? У нас вон пулемет есть. А, да, точно. Так. Здорово, чуть. Так, Войт хочет лично проверить пополнение. Всем построиться в шеренгу. Проверки тост. Чисто. Дела. Давай, иди. Следующий. Все. Давай, все давай, шоу. Проходи. Ты все. Все, дальше. Ты чист, Фостер. Хочешь рубить бабла? А нахрена я тогда приехал? Местный заправила вас недавно приставился. Его империя осталась без присмотра. Его парни пользуются моментом, а мы почему нет? Как же Хойт? У Хойта полно своих проблем. Ему не до этого. А еда может протухнуть, если ее не съесть, верно? Ха. Прям в точку. Ладно, иди послушай речь. Эй! Это не наш друг. Проболтаешься о нашем разговоре. Считай ты труп. Нет, похож на этого. Ну чё, ходит тут рядом, у нас ствол в кармане. Ушли все. А, мои румяные новобранцы! Врать не буду!
Мы все здесь ради бабла. Но просыпаясь утром, я думаю, счастливы ли мои люди. Мой отец, земля ему пухом, был шахтером. Каждый день он вставал на рассвете, выкуривал сигарету и отправлялся под землю. Для этого чудесного... чудесного человека компания была богом. Я сохранил это отношение к моему скромному бизнесу. И я ожидаю от вас того же. Итак, в компании есть три главных правила. Черт! И почему приходит? Первое. Беречь мой товар. Вы можете их трахать, но нежно. Второе. Убивать любого туземца. И, наконец, всю прибыль отдавать мне. Я все понимаю. Но если вы нарушите одно из этих правил... За хрень, его не слышно. Ладно, хватит болтать. Местные хотят уничтожить труд моей жизни, мою гордость и отраду. Покажем им, что такое бизнес. Да, совсем забыл. Приз месяца. Личный остров за голову Джейсона Броди. У тебя такой шанс, Джейсон. Надери ему задницу. Как поживаешь? Нормально. Так, покиньте впадину на надувной лодке. А если я сейчас контейнер возьму, как ты думаешь, что? Не, да ну нафиг не буду. Ну, вообще можно, я думаю, взять. Ну, ничего страшного. Ладно, подумаешь. Так, тут пушечка. Все, наверное, стоит идти. Может, тут, конечно, что-нибудь посмотреть. Но, блин... А, стоп, задание-то там. А, ну да, все правильно. А куда мы? Туда, интересно? Ну, наверное, туда. Ну, быстрее плыви. А эти все насторожены, по-моему. Ну все, я свой, наверное. Смотрите, я новобранец, а мне уже лодку дали. Что, не насторожились? Что? Если это был палим, то я и так могу, ребят. Без лодки. Ну все, надеюсь, загрузки не будет сейчас. Какая луна, смотрите, отражает. Задание «Оборотень» готово, а выполнено. Ты можешь затеряться среди наемников, но они не должны засечь тебя за чем-нибудь подозрительным, вроде убийства, поджога или чего-то в этом роде. Обмани их, Джейсон. Один из людей Хойта сделал мне предложение. Несколько предателей хотят обокрасть Хойта. Я думаю, убить их, чтобы Хойт мне доверял. Ну да, дрезденский трюк. Хороший план. Быстрее было еще бы убить Джейсона Броди, но это нам не подходит, я? Я наблюдал за предателями изнутри. Ими руководят три капитана. У одного из них должен быть список, в котором все члены банды. Убей их, забери список, и я шепну Хойту, что ты отличный солдат. Где их база? В старом храме. Я дам тебе координаты. Давай. Трехпалубник. Наше новое задание. Так, отправляйтесь к старому храму. Это куда? Ау, ёпарс, это далеко. А может тут объехать вот так стоит? Как вы думаете? Ну что ж, давайте. Хотя зачем? Тут он быстрое перемещение есть. Я просто хочу... лагерь Альфа. Я хочу бомбануть вышечкой лангостик, чтобы оружие открыть. Хоть даже не в курсе, что я уже частичку его острова отхапал.
Нормально, да? Вот такая вот задание компании, которое я даже ни одного патрончика не потратил. Ну что? Так. Сюда? А, нет, вот сюда давайте. Хотя давайте, да-да-да, можно и захватить. Лях ты, муха. Аванпостик. Ёкарный карась. Блин, тут горы, они реально эти бесят. Точнее, горы, это холмы. Конопля тут растет.